фильме зелье пили все, но по игре подставили только Гарри. Такой голос, конечно, но ржачный. Так, может тут в кабинках есть что-нибудь еще? Кроме унитазов. Это туалет для девочек. А вы не девочки. А что тут, зачем эти кабинки тогда? Ладно. Так, значит, Гермиона послала Гарри в подземелье. Придется топать. Алохомора! Там я была уже. Ну, в принципе, тут я уже довольно много всего обследовала. Осталось только вот заклинание, символ которого изображен на зеленых ковриках. С помощью него еще не все обследовано. Так, да, здесь вот выходим. И мне нужно пойти... Где этот центральный вход-то у них? Прошу прощения. Вот он. А здесь мы еще не были. Карточка серебряная. Такая ценная вещь тут. Так. У меня недостаточно конфеток, чтобы сейчас с кем-то торговаться. Подземелье это сюда. Там я вижу, да, коврик, который я пока не могу запустить. Подсмотрел какого-то паренька. Так, он, кажется, сюда побежал. Чистая кровь. Так вот какой у них пароль. Отлично. Теперь я смогу пробраться в гостиную Слизерина. Ну и заморочки у них. Чтобы дойти до своей комнаты, пипец тут. Пароли какие-то. Явки, пароли. О, какой сюрприз. Ух, так он кряхтит. Чистая кровь. Так, с криком «Бонзай» продолжаем. Все по одному разику, только можно их шибануть. Это был лифт. Он теперь не спрыгивает туда. Вот. Так. Обрезаем веревочки. Ты
Еще один. Репенду. Всех отправлю сейчас туда. Сидите у себя там в норе. Репенду. Репенду. Иди-ка сюда. Репенду. Ну и что? Флиппенду! Флиппенду! Так... Как же добраться-то уже? Ну что, повеселимся, Гойл? Так, ну и тут товарищи решили приколоться над Гойлом. Создали проблем Гарри Поттеру. Флиппенду! Включились какие-то панельки. Угу. То есть мне придется вот так пробираться. Легких путей не ищем, что ж поделать. Что-то здесь появилось, что? Какая-то потайная комната. Обратно сбрось. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет. Я там не нажала кнопку. Как подстава. Флиппенду. Вот, отличненько. Теперь мост слипнется. Наливаясь тут эта слизь. Все, теперь можно уже упасть. Короткий путь обратно, так сказать. Все, мост прилип. Так. А задача-то Гойла какая была? Поговорить с Малфоем, по-моему. Так, сначала я уберу на дороге всех пикси. Где они там? Еще вон там одна летает. И сюда. Ритту Семпра. Вроде бы все. Люмос! Нет, еще одна летает. Быстрее мне надо туда бежать, пока не закрылся проход. О, мы на месте. Собственно, вот здесь и живут слизеринцы. Это что такое, библиотека?
Мне нужен главный зал. Где-то тут Малфой должен нашиваться. Где он? Алло. Флиппендо! Ты же не хочешь, чтобы мы позвали профессора Снега? То есть... нельзя сюда ходить? Вот ты где, Гойл! А я тебя обыскался! Давай за мной! Знаешь, Гойл, я думаю, что Дамблдор хочет замять всю эту историю с нападениями. Если они не прекратятся в ближайшее время, его уволят, как пить дать. Святой Поттер, еще один друг грязнокровок. Никакой гордости. А еще говорят, что он наследник Слизерина. Хотел бы я знать, кто это. Я мог бы помочь. Ты, наверное, прикидывал, кто за этим стоит? Ну сколько можно повторять? Я ничего не знаю. Я знаю одно. Когда комнату открыли в последний раз, была убита девчонка из грязнокровок. Думаю, скоро ухлопают еще кого-нибудь. Хорошо бы Грейнджер. Ладно, Драко, я, пожалуй, пойду. Куда это ты собрался? Ну, в больничное крыло. Да, в больничное крыло. У меня живот схватило. И мне нужно что-нибудь с этим сделать. Ну тогда иди. Не любоваться же мне всю ночь на твою перекошенную рожу. Все, мы выяснили, что это не Драко. Что ж так резко? Надо выбираться отсюда. Только так, чтобы меня не заметил никто из слизеринцев. Если меня здесь увидят, кто знает, что тогда будет. Так, начинаем валить. Тут вот кто-то ходит. Где выход? Что-то тут не так. Профессор Снег! Блин! Эй, а ну-ка вернись! Гарри Поттер? Что-то нет, тут не, не так. Не может быть. Профессор Быстрее! Снег! Кажется, когда вернувшиеся с каникул ученики узнали о происшествии с почти безголовым Ником, в школе началась настоящая паника. Если уж призрака обратили в камень, думали ученики, никто не может чувствовать себя в безопасности. Первокурсники ходили по замку только группами. Они боялись, что поодиночке их легче будет заколдовать. Наиболее предприимчивые школьники развернули торговлю талисманами, амулетами и прочими защитными штучками. Тем временем Гарри выяснил, что Драко Малфой не является наследником Слизерина. Но если это не Драко и не сам Гарри, то кто же? Быстрее, Гарри! Сейчас начнется урок защиты от темных искусств. Опять этот Локонс. Но это же здорово. Профессор Локонс будет учить нас заклинанию Спонгифай. Пойдем, Гарри. По-моему, это будет последнее заклинание, изученное в этой игре. Должны опоздать на урок профессора Локонса. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «мы»? Что непонятного в слове «мы»? Местоимении.
А где там Гермиона-то? Так, здесь уже были. Ну что ж, гриффиндорцы, рад видеть вас на вашем любимом уроке. Прошу вас воздержаться от аплодисментов, пока мы будем изучать Спонгифай. Гарри, мне кажется, тебе не терпится усвоить новые знания. Выйди к доске, и мы с тобой покажем им всем, как надо колдовать. Вот уж повезло так повезло. Сосредоточься на символе перед собой. Постарайся не отвлекаться даже на меня. Волшебная палочка, которую ты видишь перед собой, сейчас начнет перемещаться по контуру магического символа. Как только палочка окажется точно над стрелкой, нажми клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Это упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен полностью выполнить задание предыдущего. Первый этап начали. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап начали. Так. Как бы не запутаться. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. Третий этап. Начали. Один раз неправильно нажал. Продолжай. Ой, подожди. Потрясающе! Неслыханно! Продолжай в том же духе! Еще раз, Гарри! Не угомониться, пока я не выполню. Отлично, молодой человек. Ты выполнил упражнение. 15 баллов Гриффиндору. Отлично, Гарри. Ты освоил заклинание Спонгифай. А теперь моя новая разработка. Практикум по заклинанию Спонгифай. Между прочим, скоро он войдет во все учебные программы. Добро пожаловать на практикум, Гарри! Чтобы завершить его, ты должен найти последнюю звезду. Она находится несколькими этажами выше. Постарайся добраться до нее как можно быстрее. Если ты не уложишься в отведенное время, мне придется объявить тебя проигравшим. По пути обязательно собирай звезды. За каждую из них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. Советую тебе отыскать все звезды. Постарайся как можно быстрее найти последнюю звезду. Чем больше времени у тебя останется, тем больше баллов получит твой факультет. Погнали. Вообще дали очень мало плиты, минут. На которые можно воздействовать заклинанием Спонгифай, есть в самых разных уголках Хогвартса. Произнеся заклинание, прыгни на такую плиту, и ты быстро окажешься наверху. Ищи этот символ, чтобы обнаружить спрятанные плиты. Хорошо, что там внизу меня интересует?
Там только конфетки, видимо. Ладно, не пойду за ними. Так, а в ту сторону нет ничего. Чертенята — это злобные мелкие твари с очень острыми зубками. Не подпускай их близко. Кстати, их можно сбивать с ног заклинанием «Фритендо», а потом брать и забрасывать в норы. Вот, а кто здесь добрые твари? Скажите. Все какие-то злобные. Так. Все, порядок. О, дверка открылась. Где-то квакает лягушка еще, я тебя услышал. Нет, там, по-моему, нет ничего. Так, а что там может быть? Ничего, кроме этих... конфеток. Не вижу я там ничего полезного. А вот там хотя... кнопочка. Так, стоит туда съездить? Ну, время еще есть, ничего страшного. Дается все меньше и меньше. Это, по-моему, последний практикум. Так что... стараюсь выполнить его. Хорошо. Скурж! Скурж! Так, один готов. Сейчас мы его туда зафигачим. Чего? Бежит, бежит, бежит. Куда-то он смутался сейчас. Флиппендо! Чё он там? Завис. Флиппендо! Флиппендо! Так, а здесь... нету больше никого? Подбесивает немного то, что лягушки убегают, честно говоря. Флиппендо! Да чего это сделали? Флиппендо! Флиппендо! Что, где открылось опять? Никакой информации. Вон уж куда заныкали звездочку. Ух ты, ух ты, ух ты. Мне сюда рановато. Что, что? Так, ну ему не достать туда. Придется
бороться вот с этими товарищами. Да блин! Забывать о времени. Так, я, наверное, перепрыгну. Почему он в него не целится? Так. Так. Что я боюсь туда спускаться, честно говоря. Ага. Подпортила здоровье. Но... серебряная карточка того стоит. Ух ты! Как меня далеко откинуло. Стоп! Так. А теперь дальше-то что делать? А, вот кнопка. Флиппендо! Флиппендо! Еще поближе к звездочке. Продолжаем путь. Так, у меня прилично так времени, я бы хотела сказать. Никаких тайников. Ладно. Пикси. Что здесь? Где эти пикси-то? Наверху где-то. Тут просто комнатка с лягушкой и с конфетками. Так. Опа. Так, там есть нужные мне ингредиенты. Риктусемпра. Я не совсем поняла, куда провалился этот камень. Так, а вот он. Флиппендо! 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 Алахамора! Люмас! Так. Где что открылось? Опять очередная загадка. Алахамора!
Ну, я не вижу. Где открылась? Какая дверь? Может быть, конечно, вот здесь что-нибудь стоит оббежать? Все. Ладно, я пойду дальше, потому что время-то идет. Отсюда я не вижу никаких тайных ходов. Ух ты, как здорово. Ну-ка ты! Ну что ты какой краб? Молчать. Есть лягухи только, по-моему. Так, отличненько пока. Все идет как надо. 6 звезд. Из 10. Так, пикси лучше сразу удалить. Да блин, не то ты делаешь. Вот. Полетели. Отличненько. Так, а там, по-моему, были просто... Да, котлы просто. Надо мне их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отстаньте! Что же они такие шустрые-то, а? Кошмар! Так, Люмос, и что, где открылось? Так, вот это тайная комнатка. Да уж, иной раз такое прям разочарование, какие-то 3 конфетоски кинут и все. Будь доволен. Флипендо! Что здесь у нас? Так, Гарри опустился на самый низ. Только здесь всего интересненького. Карточка. Супер. 4 молнии уже. Очень хорошо. И что здесь? Так. Ага.
Я лезу туда только за конфетками. Так как он никак не прыгнет до сюда? Ну блин. Подстава. А, вот в чем дело. Тут должен быть мост. Понятно. Ой-ой-ой. Риктусемпра. О, опять эти пауки. Что я не поняла? Там же был где-то мост. Вот он. Все правильно, я шла. Да уж. Задали задачку. Ну, однако у меня получилось. Так, последняя звездочка. Прекрасно, Гарри! Ты закончил практикум по заклинанию Спонгифай. Время, оставшееся у тебя, стало твоим личным рекордом.